быть женщиной и жить любя, светить и загораться светом. Счастье быть женщиной – эти слова звучат в сердце каждой матери. Они стали настоящим девизом ежегодного фестиваля встречи «Мамы помогают мамам». Торжество прошло в уютной обстановке в окружении друзей. И сегодня оно все-таки такое больше кулуарное для своих мам, которые прикреплены в нашей организации. Многодетные и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, под надежным крылом. Центр поддержки материнства протягивает руку помощи всем нуждающимся семьям. На празднике говорили о важном и, конечно, обменялись теплыми словами и поздравлениями с наступающим Новым годом. Всегда ко всем праздникам, а особенно к новогоднему празднику, представляются подарки, чтобы каждый ребенок понимал, что для него это сказка, что он должен, так же, как и все, проводить радостно Новый год. После торжественной части игровая, она началась шоу мыльных пузырей. В восторге от него остались не только дети, но и их родители. Спасибо большое маме на помощи за такое мероприятие. Мы очень рады, что смогли вот посетить данное мероприятие. Очень нам понравилось, теплые слова. Яркие тату на детских ручках, стихи и песни, открытки с добрыми словами и все для мам. Последние безучастными тоже не остались. Вдоволь навеселившись, приступили к чаепитию, чтобы такое короткое детство было как можно слаще. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».